подарок от ГИБДД города Кингисепп. Получаете правила дорожного движения вместе с ребенком и не нарушайте. Всего доброго. Спасибо. Доброе утро, инспектор Лымов. Проводится операция «Пристегнись». Маленьких детей перевозите. У нас сегодня проводится профилактическая операция. Да, вы знаете, да? Естественно, он все пристегнул, все как положено. Да, вижу, вижу. Вот. Для ребенка подарок раскраска, я думаю, пригодится. Там еще есть познавательная информация. Спасибо большое. Поспешите, небольшой презент от ГИБДД. Мечтайте, наверное, вам полезно, а ребенку там будет неоправильно. Подарок от ГИБДД города Кингисепп. Получайте правила. Всего доброго. Здравствуйте, дорожная патрульная служба, Торжественная полиция Авдеев. Документики будьте добры, проводится профилактическое мероприятие, пристегнись. А как у тебя предположить, если у ребенка вот такого маленького подстегнуть ремнем? Это что будет? Это маленький ремень. Чем они? Что, большой? У него ремень как раз будет идти по голове. Пацаны, будьте добры, патрульная полиция. Будьте добры, проводите профилактическое мероприятие. Доброе утро, да. Доброе. Я вижу все. Все в порядке, все, Владимир, да? В интернете написано, что вы все здесь дежурите. А если бы не знаю, а если было не написано, не пристегнулся бы? Ну я бы нет, а дочка бы точно да. Подарок от ГИБДД. Получили правила дорожного движения вместе с ребенком. Не нарушай. Хорошо, спасибо. Всего доброго. До свидания. Отлично. Давайте ваши документы посмотрим. У нас проводится профилактическое мероприятие «Пристегнись». Соответственно, вот у нас есть небольшие презенты, как для водителей, так и для маленьких пассажиров. Но больше для маленьких пассажиров, конечно. Ребенку будет полезно. Почитайте вместе. Не забывайте пристегиваться тоже. Всего доброго. Раздаются журналы, презенты для водителей, как мы видим, те, у которых дети пристегнуты. Это кто делает вообще? Ну да, вместе с комитетом по молодежной политике администрации было принято решение поощрять законопослушных граждан, которые, в общем-то, исполняют свои обязанности по профилактике детского травматизма и усаживают своих детей в кресло или пристегивают ремнем безопасности с помощью треугольника. Ну и вот такие книжки, раскраски, либо там другую продукцию печатную мы приняли решение выдать в качестве поощрения. Понятно. Ну а меняется вообще ситуация вот с водителями, которые пристегивают детей или не пристегивают вообще в этом отношении? Если при регулярном проведении мероприятия меняется ситуация, улучшается. Чуть-чуть, если отказываемся мы от проведения этих проверок, думая, что у нас все хорошо, люди немного забывают. И вот сегодняшний рейд показал, что 8 водителей все-таки нарушили правила дорожного движения.